Какую фразу вы будете чаще всего видеть на инструкциях и этикетках в США? Буквально сегодня я помогал одному своему товарищу, который не знает английский язык, переводить инструкцию. И я заметил, что это слово было использовано там 5 раз. Если вам нравится видео подобного формата, пожалуйста, подпишитесь на мой аккаунт, потому что я каждый день здесь что-то рассказываю, и это мотивирует меня снимать дальше. Ну, а эту фразу вы можете использовать самостоятельно каждый день, ведь эта фраза «make sure». Убедитесь. Make sure she doesn't fall in love. I will. Make sure the cops will find it. We have to make sure.